Так, цены сегодня вечером, Мигрос 7 на рыбу. Смотрите, вот такая у нас акционная чупра, она же дорада, по 180 лир, это цена отличная. 500-700 граммовая она здесь, по 180. Дальше, по хорошей цене у нас турецкий лосось, тоже 180. Ну и Акденис Локум, вот эта рыбка, где-то я читал, кто-то я хвалил, интересно, 189, купец, 219, а норвежский лосось, 699-700 лир, короче, стояки такие, Кайя Леврек, 329, это сибас какой-то, Кайя, не помню, как переводится, Кефаль, 229, бывает она дешевле, конечно, это краб. Я так понимаю, вот это его название и цена. Голубой даже он, по-моему, смотрите. Да, он голубой, он оттенки голубые, видите, какие интересные. Мави голубой. 429 лир, это за штуку, это не за кило, это за штуку. Хорошо, что я посмотрел. Штука 429, это, конечно, не дешево. А кило 429, это было бы нормально, в принципе. И джумба коридос. Вот эти вот. Как их правильно назвать, 500 лир кило. Алабалык 149, тоже вкусная рыбка, это тоже кефаля, это вторая, это алабалык называется, кефаля вторая, это я всегда забываю название по нашему научу, я знаю, что такое алабалык, короче, вкусно. Вот, и леврек вот такой вот обычный, не кай, а обычный, 219 лир кило. Да, крабик, конечно, прикольный, на 429 лир штучка. Так и жалко. Я хочу четверг рыбный день, я хочу себе сделать сегодня настоящий рыбный день. Вот такую дораду сделать в своей печке турецкой. Даже сейчас маленькие возьму, две, наверное.